Количество заболевших коронавирусной инфекцией стремительно растет и уже стало рекордным за все время пандемии. За последние сутки в городском округе зафиксировано более 200 случаев, а количество вызовов бригад скорой помощи превысило отметку в 2000. Врачи призывают тех, кто еще не прошел вакцинацию, скорее это сделать. Наша большая просьба, наверное, вот просьба, даже крик души всех врачей. Пожалуйста, приходите на вакцинацию. Не бойтесь, вакцинируйтесь. Что касается вакцинации, то можно проходить, сейчас вакцинацию можете пройти в любой поликлинике взрослой городского округа Химки, на территории торгового центра Меги. Мы открыты, мы работаем, несмотря на локдаун, мы продолжаем работать в плановом режиме. На сегодняшний день в больницы попадают чуть больше 2% от общего числа вакцинированных. И то переносят болезнь они в легкой и средней форме. Все те, кто не успел поставить укол, зачастую болеют тяжелее. В настоящее время у нас в городском округе развернуты три госпиталя на лечение коронавирусной инфекции. И наши корпуса, в общем-то, на 88% уже укомплектованы пациентами. Также врачи просят не забывать о ревакцинации. По рекомендациям это стоит делать спустя полгода. Это касается и тех, кто уже переболел коронавирусом. В связи с тем, что новыми штаммами начали болеть дети, в скором времени будет разработана вакцина и для них. Сейчас планируется в ближайшее время вакцинация детей с 12 лет. Идет разработка вакцины для детей, которым с 8 до 12 лет. И вакцинация, она на самом деле очень важна, никто не должен бояться. Необходимо помнить, что даже если вы не испытываете симптомов заболевания, в случае заражения вы все равно остаетесь заразны для своих близких и всех, кто вас окружает. И пусть вакцинация не дает 100% гарантию от того, что вы инфицируетесь, но она дает гарантию, что вы будете болеть в более легкой форме.